Мобильный каток – это спортивное сооружение, которое внесено в реестр Республики Беларусь спортивных сооружений. Его площадь составляет 4000 квадратных метров. Это самый большой не только в городе Минске каток, но и в Республике Беларусь. Работает он, можно сказать, целый год, круглогодично. Летом используется площадка под занятия картингом, под занятия роликами. В зимний период в основном площадка используется под массовое катание на коньках, а также для любительского хоккея. Стоимость билета для взрослых составляет от 4 до 5 рублей. Катание на коньках для детей до 14 лет будет стоить от 2 до 3 рублей. Предоставляются скидки студентам и пенсионерам. Стоимость билета для студентов составит 2,5 рубля, а пенсионерам от 2 до 3 рублей. Также предоставляются скидки на семейное посещение и групповые посещения для школьников и студентов. Каток хороший, очень нравится, ходим сюда часто, каждый год. Цены приемлемые, вот, недалеко от дома, поэтому постоянно здесь тусуемся. Этот каток очень хороший, тут очень большая посещаемость. Вечером ночные катания такие есть, тут много людей собираются, играют в догонялки, свои игры какие-то. В общем, очень атмосферное катание, и всем нравится, все довольны. Дорогие заводчане, минчане и гости столицы, рада пригласить вас на самый большой в Республике Беларусь мобильный каток. И давайте эту зиму проведем вместе ярко, красиво, используй для здоровья.